сам человек остановил свою эволюцию. Уникальная коллекция, которой нет нигде в мире. Электрический удар в 10 тысяч вольт – это безумно много. Я должна пойти в изобретатели, чтобы сделать все, чтобы это все не изобрели. Лаборатория, которая объединит наш с вами, наконец, мозг с компьютером. Это может являться экспериментальным доказательством того, что у людей нет свободы выбора. Этот мозг обезьяны, он не мог не развиться в мозг человека.